Участники иранской ядерной сделки намерены создать специальный механизм для расчетов с Тегераном в условиях восстановления американских санкций. Сегодня в противовес мнению США пять стран-участниц соглашения подчеркнули, что Иран полностью выполняет условия соглашения по атому, и дальнейшее сотрудничество с Тегераном в экономике и научно-технической сфере будет продолжено. Совместное заявление России, Китая, Великобритании, Франции и Германии озвучила глава европейской дипломатии Федерико Могерини. Мы подчеркнули важность создания специального механизма для расчета с Ираном. На практике это будет означать, что страны ЕС создадут юридический объект для проведения законных финансовых операций. Это позволит европейским компаниям продолжать торговать с иранской стороной в соответствии с законодательством Европейского Союза. А также это откроет возможности и другим партнерам в мире. Напомню, договор с Ираном и шестеркой международных посредников был подписан в 2015-м, однако в мае этого года американские лидеры, назвав соглашение плохим, вышел из него. После Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана. Под ограничения, введенные Америкой, попадают и компании третьих стран, которые ведут бизнес с иранской стороной. Решение Трампа подверглось резкому осуждению стран-участниц соглашения. В частности, в нашем МИДе отметили, что таким образом США сводят с Ираном свои политические счеты.